Под дружный стук ложек начинается утро для учеников школы в Подсиньем. Сегодня в меню, среди прочего, суфле из птицы. Блюда с ресторанными названиями появились в этом учебном году. Школьники изменения сразу заметили и одобрили. Для младших просто вкусно. Что тебе больше нравится? Плов. Еще что? Компот. Так, и это, как его, только что, как это, кабачковая икра. Потом суп гороховый. И еще, сейчас помню, сейчас. И напиток сейчас, который давали. А старшеклассники понимают, почему стало вкусно. Сменились повара, сменился директор, сменилось меню. И очень вкусно начали готовить. И как бы с удовольствием многие ходят. Во всех школах Алтайского района появились специалисты по питанию. Технологи разрабатывают особое меню. Школьный обед – дело серьезное. Он должен быть исключительно полезным, с нужным набором калорий и витаминов. Уложить все нужно в 75 рублей. А попробуй сделать еще и вкусно. Как результат – такое разнообразие. Дети кушают суфле из птицы или кнели из птицы, каша гречневая рассыпчатая с гуляшом из говядины. Напитки чудесные. Это разные виды компотов. Компоты из свежих яблок с лимоном, компоты из кураги, компоты из шиповника для витаминизации детского питания. Директор Подсинской средней школы Ольга Фокина не скрывает гордости. Коллектив проделал огромную работу. Перемены изначально не только в самой столовой. Говорить о здоровом питании стали и на дополнительных занятиях, и на уроках. Например, на физике и химии обсуждают пользу продуктов с научной точки зрения. Можно сказать, в школе здоровый подход к еде стал образом жизни. Помогли нам педагоги физкультуры, потому что у нас дети очень серьезно занимаются спортом. И тренеры, педагоги по физкультуре – это наша гордость и большой авторитет для детей. И когда говорится о том, что это не спортивно, это неправильно, это нерационально, это вредно, давайте обратим внимание на то, что мы кушаем, то это имеет свои абсолютно четкие плоды. Спорт школьный в Алтайском районе теперь объединяет всех. Еще одно новшество этого учебного года – открытые занятия для всех желающих. В школах появились инструкторы по физической культуре. Об этом мы говорили очень-очень давно. Я депутатом являюсь уже третий созыв, и мы пытались будировать этот вопрос. Он у нас стоял на месте, не решался. А с приходом, скажем так, нового руководства мы не то что сдвинули его с мертвой точки, мы прям с места в карьер понеслись. В каждом селе проводят голосование. Местные жители выбирают вид спорта. Например, в Подсинем сошлись на волейболе. В Кайбалах предпочли борьбу. В Новороссийском катаются на лыжах. В Лукьяновке играют в настольный теннис. В планах в других селах даже чирлидинг, пилатес и киокусинкай. Тренировки, как правило, бывают по вечерам, чтобы всем было удобно. И, разумеется, все абсолютно бесплатно. Это же идет и процесс воспитания. Это очень важно. Если в нашей подсинской школе учителя, команды смешаны, это и жители, это и родители, это и просто, скажем, молодежь, это и взрослые, все, они все играют вместе, отношения совсем другое. В Алтайском районе совершенно по-новому подходят и к учебному процессу. С 1 сентября в России в школьную программу ввели финансовую грамотность. Район решил пойти дальше теории и пригласил для работы с детьми настоящих финансистов, сотрудников Сбера. Этот договор со Сбером не только об уроках финансовой грамотности. Район планирует сотрудничать с компанией в вопросах защиты здоровья населения. Возможности с учетом новых технологий расширяются. Например, сегодня можно на расстоянии контролировать состояние пациента с нестабильным давлением, прикрепить специальный тонометр, который будет передавать показания в поликлинику и в случае опасности сам вызовет врача. Есть онлайн-консультация, а также роботы могут звонить пациентам, напоминать принять лекарства и узнавать о состоянии. Методы, словно из фантастических фильмов о будущем, Алтайский район готов воплощать в жизнь уже сегодня. У нас теперь новый главный врач есть. Сейчас мы все это обговорим втроем. То есть главный врач, мы в районе и Сбербанк. Кое надо вот это оборудование мы докупим и начнем его внедрять.
В новом строительном сезоне присутствие Сбера жители района буквально увидят на улице. Есть в договоре и пункты по благоустройству с современным экологичным подходом. А что касается финансовой грамотности, то присутствие сотрудников банка в школах еще не все сюрпризы для учеников. Только у детей Алтайского района в Хакасии появился уникальный шанс получить консультацию у доктора экономических наук. Уроки в школах будет проводить ректор ХГУ Татьяна Краснова.